Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в Teardown, друзья. Сегодня я вам покажу просто офигительный мод для этой игры. Когда я его увидел, я просто офигел. Такой, чё это, как вы, чё там, хакеры, блин, делаете? Я вот так вот прямо сразу и подумал. Ребята, перед тем, как мы начнем, не забудьте влепить большой палец вверх. Я даже сейчас его вам нарисую, смотрите. Вот он, это большой палец вверх. Поверьте мне на слово. В общем, ребята, у нас мод, который позволяет взрывать что угодно, когда угодно, как угодно, с помощью просто обычного клика мыши. Мы берем молот. И смотрите, делаем, например, вот так вот. Вы понимаете, что происходит, друзья? Вы понимаете? Я просто тыкаю, куда хочу, и там происходит взрыв. Вы такое когда-нибудь видели? Я такого никогда не видел. Но, ребята, это еще не все. У этого мода есть огромные настройки. Смотрите, мы нажимаем Options, и, как вы видите, у нас появилась новая опция, новая настройка. Click Explosion. Здесь мы можем выбрать включить, то есть мы можем вообще выключить его, это очень удобно. То есть этот мод не всегда включен, можем включить. Можем сделать Paintbrush мод. Знаете, что это такое? Это я вам сейчас покажу. Это мы можем зажимать, берем, зажимаем. Вот так вот. И рисуем, как говорится, что хотим. Но происходит, конечно, полная жесть. Происходит. Давайте мы рестартнем. Лучше, чтобы рисовать, ребята, смотрите, что сделать. Если вы хотите рисовать взрывами, если вы хотите вдруг рисовать взрывами, то лучше сделать вот так вот. Использовать вот это вот, например, на 0.5. Сейчас попробуем, ну-ка. То есть, видите? Красота, смотрите. Блин, ну офигенно. То есть, допустим, смотрите. Смотрите. Офигеть! Ребята, просто офигеть. Я просто отрезал кусок башни. То есть, помните, я там миссию выполнял, где надо было париться насчет этого. А теперь можем просто сделать вот так вот. Вот так вот. И все, у нас дом упал. Дом у нас тупо упал. Еще можно там как-то, подождите, сделать вроде бы, чтобы оно не взрывалось, а именно горело. Вот это вроде бы. Вроде бы. Нет? А, да, вот, это мы просто поджигаем. Ну, это не так интересно, но все равно прикольно. Ну, то есть, вы понимаете, здесь можно поиграться с этими настроечками. Так, допустим, давайте мы поставим на единичку. Burn мы уберем. И смотрите, что мы можем сделать. Мы можем делать детонатор. Допустим, смотрите. Делаем, смотрите. Ну, примерно вот так вот. Вот так что-то рисуем. Берем spray can. И происходит нечто вот такое вот. Ну, это жестко. Это жестко. Это прям жесткие лаги. Ребята, я уже знаю, что вы хотите. Я уже все прекрасно понимаю. Вы хотите, чтобы я пошел вот сюда, на нашу с вами любимую российскую карту российского города. И здесь позанимались нечто подобным. Ну-ка. Ой, а почему не работает? Ой. А, потому что я детонатор включил. Блин. О, ребят, ну кайф же. Ой, блин. Просто жесть. Я как, знаете, какой-то суперзлодей, который пришел в Россию поуничтожать здесь города. Выглядит, конечно, круто. Бэм! Блин, ну как же это офигенно, ребят, согласитесь. Просто реально нажимаю одну кнопку, зажимаю одну кнопку и делаю, что хочу. Взрываю, что хочу. Офигеть. Ну это реально, это мод на суперсилу. Мод на самую настоящую суперсилу. Чтобы просто зажигать, что хочу. Ну-ка, зажимаем вот так вот, ребят, и держим просто. Я проделал дырку насквозь, ребят. Красиво? Красиво. Давайте мы разрежем напополам наш дом. Например, вот так вот. Почему бы и нет? Как бы, кто мне запретит, друзья? Офигеть. Ну, выглядит, конечно, это мега эпично. Так, ну ладно, не до конца напополам. А вот так вот. А вот так вот уже лучше. Да, друзья? Да, друзья. Именно так. Взрываем, что хотим. Бежим. Взрываем, что хотим. Взрываю, что хочу, потому что я могу. Потому что я могу, взрываю, что хочу. Ну, понимаете. Песня от Турбенти — это классика. Так, а ты как держишься? А уже никак. Иногда, да, видите, какие-то баги бывают. Кстати, ребят, я где-то вычитал, что сказали, что, типа, физика потом будет работать. То есть, будет тяжесть работать. Но там это жестко как-то все не оптимизировано. Ну, в том плане, вы поняли, да, про что я говорю? То есть, если оно держится на одном камушке, то оно не будет держаться на одном камушке. Оно просто упадет. Это, в принципе, реально. Это, ну, в смысле, это реалистично. Не знаю насчет реальности этого создания, но вроде как разработчик говорил, что, точнее, кто-то мне сказал где-то, я прочитал, что разработчик говорил, что такое будет. Слушайте, я хочу просто уронить этот дом. Вот так вот это жестко лагает.
помогает. Блин, жалко, что, видите, это именно как взрывы. Если бы это было просто, например, как какая-нибудь пила, было бы прикольно. Ну, то есть без взрывов. Может быть, тут можно в настройках что-то сделать. Но я не знаю. Так, а если мы поставим 0.5? Во, 0.5, кстати, вообще прикольно. Оно прям так аккуратно режет. Там просто написано, что вроде меньше 0.5 ставить нельзя, потому что иначе что-то будет плохое, лучше не будем пробовать. Так, давайте мы отпустим. Оно там вообще что-то делает? Блин, ребят, посмотрите, просто руины. Просто жестко, чисто, чисто руины. Вот это я понимаю, молот-убийца, блин. Я как какой-то Тор, злой Тор. Ой, блин, и в мэр. Немножечко в мэр. Ну, почему бы и нет, такое тоже, дорогие друзья, бывает. Тогда верни меня сюда. Так, окей, хлеб. Блин, прям так аккуратненькие такие взрывы. Так, подождите, а если... Ну-ка, чисто попробуем. До 4 вроде максимум, говорят. Ну-ка. Блин, ребят, мне страшно. Вот это уже что-то ближе к атомному взрыву, помните? Не, ну это много. На двоечку, я думаю, будет самое то. Двоечка, это наше все. Здесь еще какой-то exploit size notification. А, это показывает силу взрыва, но это нам не интересно. Так, это мы можем выиграть. Click to burn. Ну все, да, это в принципе все, что тут есть. Ну, в принципе, ребят, согласитесь, мод офигенный, мод офигенный. Давайте так, если вы наберете, ну, давайте 5000 лайков, я его в комментарии скину. Ну, как бы его и так легко найти. Он называется Click to Explosion, можете сами ввести. Но если кому-то лень, то 5000 лайков, 5000 лайков, и я в комментарии его скину. Ссылочку на него. Блин, ребят, ну выглядит, конечно, просто офигительно. Бам! У меня аж, ой, блин, аж все лагает. Жесть, посмотрите, блин, вот как ты так смотришь, и так это все реалистично смотрится. Ну вот эти дома, если бы не это дерево здесь, так-то лучше. Вот эти дырки, это все так, блин, реально смотрится, что прям, как будто бы это реально происходит. Офигеть. Ой, извините. Извиняюсь, я не специально. Ну-ка. Так, здесь был БТР. БТР здесь... Ё-моё! Ребята, это нормально? А, не едет, падла, жалко. А этому БТРу, естественно, пофиг. Этот БТР бессмертный. Его вроде бы не взорвать вообще ничем и вообще никак. Потому что это БТР. Тёрочка. Была тёрочка, нет тёрочки. Спорткар. Ну, выглядит, конечно, ребят, согласитесь, это мега эпично. Шаурма. Офигеть. Офигеть. Не, ну это весело. С одной стороны, это весело, то что ты куда угодно можешь ткнуть, и там будет взрыв. То есть тебе не надо вообще никак целиться, ты просто жмешь, и там происходит взрыв. Это, конечно, круто. Так, если вот так вот чисто уголок взорвем. Еще. 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 Офигеть. Офигеть. Выглядит красиво. Да, ребят, в общем, вот такой вот офигенный мод. Бам. Я надеюсь, что вам этот мод понравился, потому что мне он понравился, блин, как никогда. Так, давайте мы пойдем на какую-нибудь стандартную карту. Нет, не в компании. Хотя в компанию сейчас тоже интересно, стандартный наш домик повзрывать. Блин, офигеть. Ребят, что происходит? У нас тут, кстати, вечер. Вечер и дождь. Как говорится, нам все равно. Хоть вечер, хоть дождь. Блин, а дождь, кстати, прикольный. Офигеть. В небе там где-то что-нибудь взрывается где-нибудь. Офигеть. Бам! Прям, ребят, озвучка от Турбенти. О, а что у нас там? У нас тут что-то даже есть, фига себе. Много всего неизученного, конечно, в этой игре. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Все, друзья, примерно вот такая вот серия у нас получилась. Я надеюсь, что вам она понравилась. А телевизор можно взрывать? Блин, а телевизор, кстати, не взрывается. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, да? Пишите свои комментаторские... комментарии. Вот. Ну и все такое. Если вы хотите, чтобы новая серия по Тердауну вышла поскорее, друзья. В общем, всем удачи и всем пока-пока.